Мое желание всегда одинаковое. Я хочу пиццы. Смотря, новый веник и психартон. Что? Это что тут такое? Однажды я пошел на свидание с девушкой. Хай, дед. Готов задонатить 5к за победу, В. Ну, мы знакомы с ним? Можно. Когда мы ели, она сказала мне, ты знаешь... Иногда ты ведешь себя прям как птица. Дедуля, попробуй еще в Riot Rush 3 сыграть прям детство вспомним. Я просто сидел, смотрел ей так в глаза, да, и сказал, курлы, курлы. Ну, потом я выбежал из ресторана на пути. Ты еще не дорос до маршала комбата. Лучше сыграй в легендарную страшилку. С этого момента, сука, теперь подумай дважды, прежде чем связываться с птицей. Что за бред, бля? Тихо, когда приехать, шеф, поспускай флэк. Блядь, я что-то концепцию не понял, пасыки. Что-то я не понял концепцию. Это что тут такое? Вы поняли концепцию? Однажды я пошел на свидание с девушкой. Ну, какие сиськи. Когда мы ели, она сказала мне, ты знаешь... Иногда ты ведешь себя прям как птица. Я просто сидел, смотрел ей так в глаза, да, и сказал, курлы, курлы. Ну, потом я выбежал из ресторана, напудюрил ей на лобовое стекло и улетел. С этого момента, сука, теперь подумай дважды, прежде чем связываться с птицей. Что за бред? Что-то я не понял. Нахуй пена, блядь, обосрался и улетел. Это что? За бред? Что тут происходит, ёпта? Что тут такое? Тут какая-то концепция, сука. Однажды я пошел на свидание с девушкой. Когда мы ели, она сказала мне, ты знаешь... Иногда ты ведешь себя прям как птица. Так, а про чем тут птица вообще? А, понял. Я просто сидел, смотрел ей так в глаза. Понял. Да, сказал, типа я пени помешал. Курлы, нормально с девочкой познакомиться, да? Ну, потом я выбежал из ресторана, напудюрил ей на лобовое стекло и улетел. С этого момента, сука, теперь подумай дважды, прежде чем связываться с птицей. Ну, я такой иду, да, пью курару сначала. А там, сука, пена, написал блог. Это
Это что? Да, сука. Однажды я пошел на свидание с девушкой, когда мы ели, она сказала мне: ты знаешь, ведешь себя как птица, просто сидел, смотрел, ну и шо, так и шо, ну. А, это типа уже я изменил, да, ну. Я блох пены типа запорол, да, то есть, ну. Да, да, я блох пены запорол. Да, я ему блох испортил, переписал, все, да. Точно, пена сосать. Вот тут такое. Однажды я пошел на свидание с девушкой. Когда мы ели, она сказала мне: ты знаешь, иногда ты ведешь себя прям как птица. Я просто сидел, смотрел ей так в глаза, да, и сказал: курлы, курлы. Ну, потом я выбежал из ресторана, напудюрил ей на лобовое стекло и улетел. Да что за бред, что нахуй насрал туда? Не, девка красивая, сиськи хорошие. С этого момента, сука, теперь подумать дважды, прежде чем связываться с птицей. Да, ну то есть я пене долбоебу блох насрал. То есть я ему блох пересрал, пене. Когда приехать, что? Послушай, капелек. Не, ну это must have, блин, вопросов нет. Просто must have, да. Тут сердечко, по-любому, сердечко, опять уровень, конечно, красиво прям сделан, да. Но надо было вообще, чтоб там, знаешь, как было, чтоб пена сосал писюн мне прям сильно, то хуйло подстольное. Я ссылку да скину, ребят, поддержите просмотрами и лайками. Саша! Сашка! Саша! 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 Саша, убирай уже! Это концовка, это третья или четвертая часть. РДР, типа, да. Это с концовки РДР, пасеки. Сука, надо РДР пройти. Вот видео, ребята. Вот, в чате ссылку.